Можно ли продать свой товар? Можно ли вызвать доверие у клиента? Вот такие вот вещи хотел сказать. Михаил Кузнецов, предприниматель из Казани. В Альметьевске проводит мастер-класс во второй раз. На первой встрече объяснял основы тайм-менеджмента. На этот раз говорили о том, как продвигать свой бизнес в Инстаграм. У меня был опыт успешного ведения Инстаграма. Я попал в топ-блогер Татарстана. Ну, правда, давно, в 2018 году. Но, тем не менее, после этого остался вести свою страничку, продолжая там зарабатывать деньги. И поэтому есть о чем рассказать. Мастер-класс посетили 20 предпринимателей из Альметьевска. Такие встречи проходят в городе 3 раза в месяц. Их организует администрация города. Для наибольшей эффективности для предпринимателей был проведен опрос, где они выбрали, какие темы интересуют их больше всего. Ведение социальных сетей – одна из них. Как-никак сейчас эта социальная сеть очень востребованная и, в принципе, очень для нас важна в современном мире. Я сама лично веду аккаунты в соцсетях, и я пришла сюда, чтобы в дальнейшем продвигать их. Мы первый раз, но мы теперь в курсе и будем ходить. Это интересно. Довольно-таки для нас большой опыт. Следующая лекция состоится 26 марта в 14 часов дня по адресу улица Мира, 2. Самозанятым расскажут, как сделать продающее фото для социальных сетей. Вход свободный по предварительной регистрации. Все подробности в социальных сетях сектора по развитию малого и среднего предпринимательства. Лисан Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.